Задумал я такое коварное дело, снять обзор на электронную книжку свою. Вот Pocketbook 614+. Эту замечательную электронную книгу мне подарила моя супруга. Вот диагональ экрана 6 дюймов, технология E-Link-карта безопасна для зрения, антибликовый экран, до месяца работы без подзарядки, предустановленные словари. И легкий и компактный. Да, Pocketbook действительно легкий, компактный. Такой его можно подбрасывать к потолку, подбрасывать в небеса. Вот, можно взять его и вообще использовать как летающую тарелку. Но так как он не овальный, может он не так будет хорошо летать, но, в общем-то, можно его и запустить. Так, смотрим дальше наш обзор. Ну, вообще, на самом деле я подумал, что обзор на книгу это как-то неинтересно. Поэтому решил просто рассказать вам, что в принципе я читаю с помощью этой книги, да? Вот сейчас вы видите вторая часть, первая глава. До сих пор еще спустя 10 лет вспоминают бывшие обители Ямков тот обильный несчастными, грязными, кровавыми событиями год, который начался рядом пустяковых маленьких скандалов. Он кончился тем, что администрация в один прекрасный день взяла и разорила дотла старинное, насиженное ею созданное гнездо узаконенной проституции, разметав его остатки по больницам, тюрьмам и улицам большого города. Вот, вы, наверное, догадались, что это яма Куприна, конечно же, выход из книги, да, производим. И видим последние события, то есть что я сейчас открываю периодически. Я ежедневно открываю вот эти молитвы для ежедневных упражнений медитации. Это буддийские тексты. Значит, верхом на тигре. Это европейский ум, буддийский. Так, у меня, к сожалению, сейчас на телефоне разряжается аккумулятор, то есть не на телефоне, а на камере. Поэтому я могу и не успеть этот обзор сделать, но так и видите, далее бесы. Значит, это Достоевского нашего Федора Михайловича. И здесь еще вот хвала и обращение к Гоцану и Таре. Это тоже буддийский текст. Слова моего всеблагоучителя. Это, в общем-то, я загрузил такую книгу. Это по Дзогчену. Но, в общем-то, я не могу ее прочесть, потому что она не открывается почему-то. Лама Улинида, учение против ума. Да, замечательнейшая книжка. Перечитывал как-то тут, уже перечитал, конечно же, сотни божеств души. Это тоже буддийские, значит, у нас книги. Так, вот если библиотеку мы открываем, то тут можно выбрать, например, папка. У меня, я, соответственно, создал папку «Буддизм» и туда записал всего. Вот, например, откроем все книги, да? И здесь по алфавитному порядку будет. Так, ну давайте вот посмотрим. А, здесь что-то у нас Антон Павлович Чехов «Безотцовщина», «Бедные люди», Федор Михайлович Достоевского «Без вины виноватые». Бедная Лиза Карамзина, бедность не порок Александра Николаевича Островского, да? А вот еще есть белорусская пустынская «Публицистский час», Кастуч Келноуцкий, «Бесприданница» Александра Николаевича Островского, «Бесы» Федора Михайловича, «Богатырь» Салтыковщина. Вообще, какие тут много классики разные, и также здесь и на белорусском языке, и на украинском языке. И на грузинском языке, так, еще на каких-то языках, я уже не очень помню, по-моему, на английском языке тоже, да. Вот, в общем, тут сама библиотека изначальной книги очень богатая, я это все люблю почитать. Вот. Так как разряжается аккумулятор, мы закончим этот обзор. Он такой черновой. Если вы хотите обзор далее на данную книгу и слушать, что я читаю, то ставьте пальцы вверх и оставляйте комментарии на этот счет. Спасибо всем за внимание. Про обзор будет продолжен. To be continued, так сказать. Все. Счастливо.